Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в Ричмонд Хилле проходит захватывающая интеллектуальная игра IQ Battle. И мы приехали немного пораньше, чтобы ощутить всю атмосферу этого захватывающего события. Сегодня собрались игроки самого разного возраста, от еще подростков до уже вполне солидных и состоявшихся людей. Для участников созданы самые комфортные условия – музыкальное сопровождение, мягкое, приятное освещение и непередаваемая аура предвкушения командной баталии в кругу друзей. Специально для участников игры ресторан Yas Lounge подготовил особое меню, включая горячие прохладительные напитки и всевозможные закуски. Но главное, конечно же, не это. До начала очередной игры IQ Battle остаются считанные минуты. Добро пожаловать на IQ Battle Торонто! Сегодня у нас второй международный турнир. Я хочу поприветствовать наших региональных представителей, которые сегодня приехали из Ванкувера, из Виннипега, из Оттавы, из Чикаго, из Вашингтона, из Шарлотты, Сиэтл, Лас-Вегас и Баффало. Давайте поаплодируем, друзья. Welcome to Toronto, ladies and gentlemen. Добро пожаловать в Торонто. Сегодня за игровыми столами участвуют 14 команд, две из которых играют онлайн. Это Виннипег и это Ванкувер. Сборные команд находятся у себя в городе, но представители этих команд приехали сюда, в Торонто, в этот зал, и будут принимать ответы от своих команд. Ванкувер, Дальний Запад, Канады. Вот они здесь у нас на проекте. Чудуйте. Давайте поприветствуем онлайн-команды также из Виннипега. Вот они у нас на экране. Здравствуйте! Вначале обаятельный ведущий Евгений, он же профессиональный диджей и певец, напоминает о правилах викторины. Сегодня у нас будет 4 раунда по 10 минут. Должно быть не больше, чем один телефон, один мобильный телефон. Остальные, пожалуйста, просьба спрятать, выключить. Мы пользуемся одним телефоном и посылаем сообщение. Добрый вечер. Приветствую вас сегодня на игре. И хочу представить главный приз сегодняшней игры для победителя от компании «Соловей». Это подарочный сертификат, который разыгрывается на путешествие на Сейшелы. Звучит зажигательная музыка, и на экранах стартуют вопросы первого раунда. Вопросы записаны на видео, которая транслируется на экранах и касается самых разных тем – истории, географии, науки, искусства, спорта, общей эрудиции. Есть также вопросы с юмором и на логику. Каждый вопрос, помимо видеоряда, дублируется голосом профессионального диктора. Внимание, правильный ответ. Отжался. За 60 секунд каждая команда, посовещавшись, должна найти правильный ответ и отправить его с мобильного телефона на телефон организатора. Подсматривать в интернет нельзя. За это команду могут дисквалифицировать. Затем баллы суммируются по каждому раунду, а в конце игры подводится общий итог. При этом для участия в игре вовсе не обязательно быть суперэрудитом или интеллектуалом. Как показывает опыт, увлеченно и успешно играть может абсолютно любой человек, который готов к непринужденному общению в составе команды, не стесняется выдвигать свои версии и умеет слушать партнеров. Олег, расскажите, пожалуйста, чем IQ Battle отличается от всех других интеллектуальных игр? В наших вопросах нет вопросов на знания или минимальное количество вопросов на знания. В основном это вопросы на логику. Даже если вы что-то не знаете, вы можете догадаться. Не обязательно быть 7 пядей во лбу, просто придите и думайте логически. Номер 13. Какой предмет, согласно русскому фольклору, может быть и уникальным пищевым ингредиентом и показателем загрязненности воздуха? Правильный ответ – топор! После первого раунда объявляется небольшой перерыв, во время которого всех ожидал прекрасный музыкальный сюрприз. Выступление звезды европейской и украинской оперной сцены
заслуженной артистки Украины Мирославы Соловьяненко. Здравствуйте, Регина. Мы знаем, что вы являетесь представителем удаленной команды «Виннипег». Расскажите, пожалуйста, процесс осуществления связи с командой. Сидят у нас дома ребята, 9 человек, и они все смотрят в экран. Они все подключились через программу, которая называется Zoom, и они смотрят все, что происходит, и они это видят. Их также видит аналитик игры IQ Battle сейчас, вот Ирина, а я с ними, со всеми, на телефоне. Я их не вижу, я только их слышу. И я тоже им даю какие-то версии. Или говорю, хорошая версия, плохая версия. Вот так вот мы и работаем. Здесь также присутствуют представители удаленной команды из Ванкувера. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Меня зовут Ксюша Курила, я живу в Ванкувере, и я уже год играю в IQ Battle, даже больше, и я знакома с этими замечательными людьми Оксаной и Славой. Я также пою и всячески поддерживаю команду в Ванкувере. Мы собираемся на Cats Lake, это такое озеро в Ванкувере, где мы играем на гитарах, и в том числе играем в IQ Battle, конечно, но это очередной повод собраться с друзьями и здорово провести время. Спасибо IQ Battle за то, что вы объединяете людей и создаете дружескую позитивную атмосферу. Меня зовут Оксана Калинченкова, организаторы IQ Battle в Ванкувере. И вы знаете, у нас есть семейный такой девиз. Мы делаем то, что мы любим, и любим то, что мы делаем. И проект IQ Battle, он один из самых любимых проектов. После окончания перерыва оставшиеся раунды пролетели буквально на одном дыхании. 2 часа интеллектуальной битвы позади, и все приветствуют счастливого победителя – команду «Друзья». Ликующие чемпионы получают переходящий кубок, подарочные сертификаты от яхт-клуба «Сей-Ля-Ви» и бутылку шампанского. Награждаются и команды, занявшие 2-е и 3-е места. Играйте в IQ-бату! Победила дружба! Игра завершена, но присутствующие не спешат расходиться. Они обмениваются впечатлениями и договариваться о новых встречах в ожидании следующей викторины. До встречи на следующей игре!